Петр, скажи, пожалуйста, а вот ты говорил про, когда нарушается баланс вот с соленым, да, когда хочется соленого, а когда хочется острого, и ты постоянно вот организм требует острой пищи. Это нехватка пищеварительных соков, то есть нехватка возможности переваривать. Организм хочет все это пережечь. То есть стимулировать и пережечь всю ту грязь, которая накоплена. То есть это не выводится, либо это требуются какие-то именно острые продукты, либо это все-таки дополнительное очищение нужно Дополнительная организму. стимуляция для очищения. Да, это требуется очищение. То есть организм требует очищения, поэтому он хочет острого. Обычно острого хочется, чтобы глистов вывести. Им там некомфортно, когда острое, когда горькое. Поэтому, ну, вот так вот. Ну, как чеснок, да, говорят, что Да, чеснок да. он выводит. Когда очень сильно хочется, допустим, чеснок, некоторые дети очень сильно хотят чеснок. Вот у меня у брата, допустим, прямо головкой может сгрызать. Это связано с тем, что, скорее всего, эти энтеробиоз, ну, острицы завелись. То есть организм хочет от них избавиться. Мы подсознательно употребляем продукты иногда, которые способствуют очищению. Но часто то, что мы любим, часто вызывает аллергию. Аллергическая реакция – это первый признак наличия глистов в организме. То есть есть такой справочник советский, там, где написано вот глисты и их болезни. Ну, и болезни при них. Аллергическая реакция – это первый пункт. Практически всегда. Поэтому наличие аллергии, ну, это нужно заглянуть внутрь и очистить то, что там сидит ненужное. Ну, тебе, Елена, нужно активно прокачивать лимфу и нагружать организм, хорошо питаться. То есть дополнительная чистка никогда не помешает. Она не может помешать, потому что организм всегда стремится к обновлению. Как бы как только у него появляется возможность, он сразу обновляется. А старые конструкции нужно выводить. То есть он их выводит, старые вещества. Процесс никогда не останавливается. И вот этот бюджет ферментный, он расходуется на принятие решений, на мышление, на просто ходьбу, на физические достижения, на очищение и на переваривание пищи. Поэтому чем более легкую мы пищу кушаем, тем больше ресурсов остается на принятие решений и мышления. То есть это напрямую.